Я скажу, что вот жизнь меня всегда учит тому, что я много раз в своей жизни был очень бедным и богатым. И вот в этот момент открываются маски людей. И я скажу, что я даже рад этой ситуации, когда я был на самом пике, на самом верху. Все вокруг меня говорили: ой, какой ты классный, даже 1.90 м, да? Вот, льстили. Я эту лесть не мог понять на самом деле. Они рядом со мной, всегда все хорошо. Но как только я упал вниз и падал вниз, это показывало, кто рядом со мной, какие люди. И вот эта вот шелуха, вот эта вот грязь, которая вокруг меня была, наигранная в масках, она всегда отшелушивалась. Да, и вот каждый раз в моей жизни есть такие волны. И я рад этим волнам, потому что если бы я всегда был на пике, то я бы не понимал, кто рядом со мной.